привет! Сегодняшнее видео будет достаточно серьезное и очень личное для меня. И ведь ни для кого не секрет, что я на своем канале мало что скрываю от зрителей, и я достаточно открыта во всех аспектах своей жизни. И сегодняшняя тема будет очень близкая, личная и достаточно болезненная для меня, но тем не менее это очень важная тема для любой женщины и для мужчины в том числе. Это брак и создание семьи, и мой опыт проживания в браке. Пусть он и небольшой, всего лишь год, но тем не менее он очень насыщен событиями, и я могу поделиться с вами своим опытом, могу дать вам некоторые советы, которые, на мой взгляд, очень важны для того, чтобы успешно реализовать себя в браке. Итак, мужчина и женщина. Мы не будем сейчас заострять внимание на том, какого возраста мужчина и женщина. Это совершенно не важно, на мой взгляд. Они находят друг друга, знакомятся, изучают интересы друг друга, приглядываются, наблюдают, что-то узнают о своем партнере, о себе. Ну и заканчивается это все, мы не будем брать исключительные случаи, заканчивается это все либо свадьбой, либо расходятся люди. Свадьба, это я утрирую. Почему? Потому что есть такое понятие, как гражданский брак, да? Но гражданский брак тоже подразумевает совместный быт, совместные дела, хозяйство. Тоже брак, только без штампа в паспорте. Поэтому имейте в виду, что гражданский брак я тоже здесь рассматриваю. Итак, начинают мужчина с женщиной жить вместе. И дальше уже начинается некая игра. Не бывает брака без этой игры. Я, возможно, вызову у вас некоторое негодование своей вот этой метафорой, да, но это действительно так. В современном мире, к сожалению, мужчина и женщина, они немного поменялись ролями. То есть мужчина зачастую выполняет женские обязанности, а женщина выполняет мужские обязанности. То есть они поменялись местами. Как должно быть на самом деле? На самом деле мужчина идет за мамонтом, а женщина готовит есть из этого мамонта, понимаете? Женщина создает уют, рожает детей, создает правильную энергетику для мужчины, энергетику, которая будет дополнять мужчину, которая будет вдохновлять его на самореализацию. Мужчина, он добытчик, он охраняет свою семью, он дает своей семье надежность, силу, уверенность. То есть это мужчина, женщина, муж и жена – это две составляющие, которые должны сливаться воедино и создавать семью. Тогда, когда происходит смешение ролей, да, мужчина, женщина, они путают свои обязанности. И да, это действительно обязанности, потому что мы, вступая в брак, должны делать усилия для того, чтобы этот брак был, чтобы он существовал. И когда мужчина и женщина свои обязанности меняют местами, мужчина моет дома полы, а женщина зарабатывает деньги, а происходит некоторая разбалансировка. Это всегда плохо сказывается на отношениях. Еще хуже в современном мире это очень часто встречается, когда мужчина и женщина, каждый играет свою роль, но женщина, она также играет роль мужчины. То есть роль мужчины играют двое в семье, а роль женщины одна. Если вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть женщина берет на себя вот такой огромный багаж, она несет его как ишак, а мужчина спокойненько под шумок выполняет все свои обязанности так, ровно, без каких-либо колыханий. Это, конечно же, плохо. Это никогда не заканчивается хорошо. И это не значит, что это закончится разводом. Это значит, что один из супругов, может быть, он будет молчать, но он будет несчастен. Это, я считаю, уже разрушенный брак, потому что брак не должен приносить несчастье, плохое настроение, неудовлетворение, чувство
собственного отстоинства, не дай бог, или какое-то разочарование. Брак должен приносить счастье, тепло, должен вводить вас в состояние полного удовлетворения от жизни. Вот задача брака. Брак — это не то, что должно быть. Брак — это не то, что... Это не как, знаете, садик, школа, институт, семья. Надо. Все, я должен, у меня должна быть семья, у меня должен быть муж, все. Но раз я вышла замуж, значит, все, надо терпеть. Это неправильный, на мой взгляд, подход, потому что это наш выбор, и нужно быть счастливым человеком, неважно, как ваша жизнь выглядит на чужой взгляд. Ну и, наконец, когда в семье гармонично расставлены все роли, все задачи, все цели, все правильно, все идет как надо. Главное дальше – это просто уметь это хранить, уметь этим пользоваться. Это как материал, который нужно постоянно поддерживать в том состоянии, в котором он был изначально. Его нужно либо подогреть, либо охладить, где-то убавить или где-то прибавить, понимаете? На мой взгляд, есть три вещи, которые чаще всего портят брак и которые приводят к разводу. Первая вещь – это когда в семье имеет место чрезмерная ревность. Ревность – это то, что должно быть, ну вот столько, а не вот столько. Очень часто, к сожалению, либо мужчина, либо женщина своей ревностью, своими пустыми доводами, своими истериками на почве ревности доводят друг друга до таких мыслей, до таких состояний, что они начинают либо что-то делать друг другу назло, либо они начинают разочаровываться друг в друге, искать поддержку в другом человеке. То есть, понимаете, здесь... Если вы будете постоянно мужчине или женщине говорить о том, что я знаю, что ты на нее смотришь, я знаю, что она тебе нравится, я знаю, что ты не изменяешь, хотя на самом деле тот, кому вы это говорите, чист, поверьте, через какое-то время с вероятностью 90% этот человек, он действительно посмотрит в сторону. Почему? Не потому, что ему хотелось посмотреть в сторону в тот момент, когда вы ему это говорили, а потому что вы его довели до того, что ему действительно хочется смотреть в сторону. Потому что человек, который выносит ему мозг дома, ну зачем? Если, например, это мужчина. Мужчина, он устает на работе. Ему хочется прийти домой, расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя нужным, счастливым человеком. А он приходит домой, ему выносит мозг. Ну какой мужчина это будет терпеть? Или та же самая женщина. Женщина, которая ведет себя достойно и скромно, а мужчина постоянно ей капает на мозг тем, что ты легкомысленная, он не доверяет ей, он ее не отпускает никуда одну, все время ходит за ней как хвост. Эта женщина, она начинает думать так, что запретный плод сладок. И она начинает хотеть то, чего она не может получить. К сожалению или к счастью, это любой человек, это на уровне инстинктов возникает это чувство. Поэтому ревность – это то, что так или иначе губит отношения. Второе, что касается, на мой взгляд, больше женщин, чем мужчин, это красота внешняя и внутренняя. Нужно следить за собой всегда. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Женщина, жена. У многих мужчин в голове возникает стереотип. Халат, бигуди, тапочки, кастрюля, фен. Тряпка, швабра, ну и, может быть, редкий случай коктейльное платье и красивая прическа. Дело в том, что женщина всегда, без исключения, должна радовать мужчине глаз. Какой бы мужчина ни был, и какие бы вам он песни не пел о том, что ему все равно, какая вы, я люблю тебя любую, дорогая. Любой мужчина хочет видеть перед собой красивую женщину. Любому мужчине нужно, чтобы его жена была красавицей. Хоть вы на улице, хоть вы дома, хоть вы в постели, хоть вы на кухне. Всегда. Не обязательно макияж и кудри. Нет. Просто быть ухоженной. Маникюр.
расчесанные брови, расчесанные волосы. Не нужно носить эти халаты, какие-то пижамы, старые вещи для дома. Это тоже губит отношения. Третье, самая большая, самая частая ошибка, которая ведет за собой массу проблем, это то, с чем сталкиваются очень многие. И это то, из-за чего очень часто распадаются браки. Счастье не любит, когда к нему привыкают. И... Вы знаете, что сейчас произошло? У меня встал ком в горле. Как всегда, конечно же, я не думаю, что я буду плакать или переживать, но на самом деле сейчас я, как вы понимаете, начинаю говорить больше о себе. Вы женитесь. И особенно часто это вы женитесь в порыве страсти. Или вы женитесь из-за того, что вам интересно чувство новизны, чувство любопытства вас преодолевает, вы женитесь, у вас конфетно-букетный период все еще продолжается, подарочки, цветочки, конфетки, свидания, красивые какие-то встречи, романтик, это все так здорово, так все это радует, это все так приятно для женщины и для мужчины, но в какой-то момент по неизвестным причинам происходит какой-то соскок, и просто появляется равнодушие человека к тому, что он имеет. То есть, или женщина привыкает к тому, что у нее есть мужчина, который одаривает ее подарками, который делает для нее всякие разные мелочи по дому, это тоже важно. Или мужчина, который привык к тому, что его женщина делает для него все, убирается, готовит, и стирает, и гладит, и которая хорошо выглядит всегда для него. И когда вот это происходит, когда мужчина или женщина, они перестают ценить то, что они имеют, они начинают проявлять некоторый пофигизм, какое-то безразличие. И тогда происходит крах. Я повторюсь еще раз, что счастье не любит, когда к нему привыкает. Плюс ко всему, в дополнение ко всей этой ситуации, если вы очень счастливы вместе, если вам очень хорошо вместе, не нужно трезвонить об этом налево и направо. Счастье любит тишину. Нужно беречь свою семью, свой брак, как что-то очень хрупкое, что-то очень ценное. То, что вы должны беречь вместе. Особенно, когда у вас появляются дети. Если в браке есть дети, 1, 2, 3, 5 детей, вы должны быть в миллион раз бдительнее, чем когда вы вместе. Потому что, когда у вас есть дети, вам есть на самом деле что терять. Потому что, когда вы просто муж и жена, и у вас есть только лишь быт и чувства, честно говоря, вам терять нечего. Почему? Потому что это все приходящее и уходящее. Мужчина, женщина, они все время пересекаются, разные мужчины и женщины. Но когда у вас есть дети, это то, что вас на всю жизнь связывает. И это то, что не позволит вам никогда в жизни стать чужими людьми. Поэтому я вернусь к началу и скажу, что брак – это игра. Игра – правила, которые очень просты, на первый взгляд, но всегда нужно держать баланс, всегда нужно быть в гармонии, всегда нужно помнить о том, кто вы друг для друга, что вы друг в друге нашли, когда вы впервые встретились и когда вы поженились, что вас заставило быть вместе. И что ваш партнер хочет видеть в вас, вы должны это понимать. И никогда, никогда не забывать об этом. И всегда нужно быть одним целым. Для того, чтобы семья оставалась самым ценным для вас, самым важным и самым святым, что есть в этой жизни. Я надеюсь, что это видео было интересным для вас. Я старалась, чтобы оно было не сильно утомительным. Половину слов я просто не стала произносить, потому что, конечно, сказать есть очень много чего. И вы, вероятно, тоже могли бы дополнить
мои слова своими высказываниями, и, пожалуйста, пишите вниз комментарии, я с удовольствием на них отвечу и почитаю, что вы думаете по этому поводу.